А вы знали, что сегодня день хранения тайны, но у нас нет никаких тайн. Меня зовут Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали. За что солдата могут осудить по статье за дедовщину? О необычном случае своей практики рассказал работник гомельской прокуратуры. Короче, солдат взял иголку и уколол ее в ягодицу спящему товарищу. Мышца сократилась и поглотила иголку в себя. Даже говорить об этом больно. На этом солдат не остановился и повторил этот прикол. Бедняга даже не проснулся, боль он почувствовал только утром. Дело дошло до операции. Конечно, солдат не хотел причинять вред здоровью, но тем не менее уйти от ответственности ему не удалось. А еще в Беларуси продлевают запрет на ввоз товаров «Шкода», «Неве» и «Ликвимоле». Об этом говорится в постановлении правительства. Напомним, продукцию этих брендов запретили ввозить в Беларусь после того, как они отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в этом году в Минске. В Минске студент представился милиционером и стал требовать у подростка деньги. Короче, все началось с того, что пацан хотел продать свою электронную сигарету. Покупатель, видя перед собой несовершеннолетнего, представился сотрудником милиции и просто забрал парогенератор. Но на этом не все. Он и дальше продолжил общение с пацаном, но уже с фейкового аккаунта, и узнал, что тот был свидетелем по уголовному делу. Он опять представился милиционером, грозился возобновить следствие, если тот не передаст $1000. Жадность губила. Псевдомилиционера задержали и возбудили уголовное дело.